Зимой в любом горнолыжном комплексе можно увидеть немало детей. А в Силичах, пожалуй, скопление юных горнолыжников самое большое. Уже ставшие традиционными соревнования Силичи Kids Cup дают шанс ребятам до 12 лет проникнуться духом соперничества. Мы приехали из города Минска, и мы участвуем, потому что мы хотим показать, чего. Мы доучились за год прошлый, и хотим добиться своего успеха еще раз здесь. Я хочу, когда я дома, Это мои первые соревнования, потому что я как-то никогда не участвовала. Вот моя младшая сестра, это, наверное, ее второй раз. Она когда занималась в школе в горнолыжной, тогда она училась кататься. Самая главная цель этих соревнований все-таки, чтобы наша молодежь начала заниматься зимними видами спорта. Сегодня они очень популярны у молодежи. И сноуборд, и горные лыжи. На лыжню можно становиться в любом возрасте. Конечно, чем раньше это произойдет, тем больше возможностей набраться опыта, наладить координацию и пробиться в профессиональный спорт. А видов так много, выбирай не хочу. Скоростной спуск, слалом, сноубординг. Но одним из самых популярных считается гигантский слалом. Для каждого отдельного вида используется разная конструкция лыж. Здесь, например, особенность в том, что они длиннее стандартных и шире на концах для удобного вхождения в повороты. Конечно, каждый любитель-профессионал переживает немало падений, но тот, кто однажды стал на лыжи, уже не может от них отказаться. Я ими занимаюсь, потому что от них удовольствие и мышцы качаются. На своем примере обучаем детей, дети катаются. 3 года уже катаемся. Я быстро научился. Вот всего недавно приехал, уже катаюсь. Самым юным горнолыжником всего по 3 года. И все же, несмотря на то, что координация движения у меня развита лучше, они выглядят на лыжах гораздо увереннее. Кататься по горам я не рискнула, ведь для меня оказалось непростой задачей передвигаться на лыжах даже по ровной поверхности. 11-летняя Люба научила меня азам, даже объяснила, как действовать на крутых спусках. Но на спуск идти я наотрез отказалась, побоялась. А побороть страх – это самое сложное на лыжне. Если у вас не получилось, не надо сдаваться, потому что я много видов спорта перепробовала. Мне больше всего понравились лыжи. Я ни на какой другой спорт переходить не буду. Это я знаю точно.